Розіск і перебач промисловість треба відновлювати. По трьом причинам. Перша причина – там потрібні робочі місця. Грозний перерабатывал 21 миллион тонн нефти, и в общей сложности на этих заводах с сопутствующей организацией работал почти сотни тысяч человек. Сегодня там громадная безработица. Вторая причина. В Грозном накоплен серьезный технический потенциал, и сегодня работает Грозный нефтяной институт, есть уже небольшие проектные институты, еще живой ГРОЗНИИ, один из самых старейших институтов мира, не только России, по нефтяной науке. И третья причина. Грозным все-таки, если уйти в глубины, а мы уйдем в глубины, сегодня Грозный может добывать примерно 4 миллиона тонн в год. Стабильно может добывать, а может добыть существенно больше. Нефть там есть. Я думаю, рано или поздно их построят. Проблема экономики. Вот если бы она чуть-чуть дальше сдвинулась, уже проектировался завод, хоть небольшой, но начался. Строить будем обязательно, мне так кажется.